Ну что же, коллеги, я рад вас приветствовать. И сегодняшний короткий видеоролик будет, наверное, полезен для начинающих мастеров, ну или, в принципе, для тех, кто занимается ремонтом электронных модулей, только начинает свой путь. В этом ролике я хочу вам показать, как включать модуля управления от разных стиральных машин, подключать к 220 вольт без самой обвязки машинки. То есть у вас будет просто кабель 220 вольт, да, две фишки, и куда, так скажем, подключаются эти кабеля. Давайте начнем с первой платы. Это у нас модуль довольно-таки популярный поколение EVA2 от стиральных машин Indesit Hotpoint Ariston. 220 вольт подключается вот на эту фишку. Это первое. Так, поколение модулей Arcadia. То есть Arcadia это тоже у нас Indesit Hotpoint Ariston. 220 вольт у нас подключается вот на первые два вот этих контакта. Так, переходим далее. Электронные модуля управления от стареньких стиральных машин LG, да и в принципе даже на новых стиральных машинах LG принцип остается тот же самый. У нас есть два силовых реле, отвечающие за включение тена, и у них есть, соответственно, также контакты. То есть первая фишка вот она, вторая фишка у нас идет вот эта. То есть 220 вольт мы подаем на задние, так скажем, на первые ножки реле. То есть если брать аналогию, да, ассоциация, у нас вот здесь вот есть уступ такой на релюшке. Это вторая ножка. Ну, это я для себя так обозначил. И здесь то же самое. Видите, вот здесь вот есть выступ такой. Значит, это вторая ножка. А нам нужно 220 вольт подключать на первые ножки. То есть, имейте это в виду. Следующие модуля. Так, ну, здесь, к сожалению, у меня нет трансформатора. Да и модуля в целом выпаянные, распаянные. Здесь у нас 220 вольт подключается вот на эти два контакта. То есть, если мы перевернем, мы увидим, что у нас идет... Эти контакты как раз-таки у нас идут на трансформатор. То есть, соответственно, первые два. Переходим, опять-таки, электронный модуль управления стиральной машины Indesit. Поколение, эта платформа называется Low-End. То есть 220 вольт у нас подключается вот к этим двум фишкам. Идем далее. Практически большая часть модулей от таких стиральных машин, как Vestel, Avest, Bosch, там, где есть селектор программ, именно селектор программ, 220 вольт у нас подключается непосредственно в селектор. Такие машинки, как Горение, да, и так далее. 220 вольт подключаем в селектор, не нужно искать уже. То есть сразу подключаем в селектор и проверяем. Идем далее. Атлант. Атлант у нас включается следующим образом. Тоже старенький Атлант. Здесь нам нужно будет делать перемычку. Один провод 220 вольт идет на первую фишку вот сюда. Второй провод 220 вольт идет на одну из этих фишек. То есть у нас последовательное соединение. И далее перемычку мы пускаем либо сюда и сюда, либо сюда и сюда. Но чтобы просто проверить блок питания этого модуля, нам нужно подать 220 вольт вот на эти две фишки. То есть вы запустите блок питания. Ну и последний модуль управления от стиральной машины Samsung с инверторным двигателем. 220 вольт у нас подключается на эту клемму и на первую из вот этой вот фишки. То есть сюда и сюда. Друзья, собственно, на этом все. Показал те модуля, которые просто сейчас у меня есть в мастерской. Если вам интересно продолжение, да, потому что модулей очень много, напишите в комментариях, вообще было ли полезно и стоит ли снять продолжение. Всем спасибо, пока.